Началась программа «Полярный десант», и мы наблюдаем их в лесу. Только не видно. Только их не видно. Вон они поползли, поползли. Сугробы идут, ага. Вот, а Маша рассказывает, как у нас в очередной... Она легла вот так вот и сфоткалась с сугробом. Ну, ее видно все равно. Маша, рассказывай, давай. Что делал колдунчик? Как они сбежали опять? Поганье, как ты говоришь, поганцы. Да, они сбежали, мы с Аленой поехали на снегоходе. Смотрим, они превращаются в точки. Потом поворачиваемся, корыто уже отвалилось. Я говорю, ну что мы тогда медленно поедем? Поедем тогда быстро. Там так было быстро. И все, и мы поехали быстро. Так быстро, я там так подлетала. Слышу, визжит, говорю, ты держишься? Она не отвечает. Я выпала. А вы их на подушку не хватали? Да, мы их поймали. На снегоходе до них догнали. Еле-еле. Они уже почти уехали на десятку. Убежали, в смысле? Это кто сбежал? Колдуша и кто еще? Барсук. И барсучок опять, еще да? Еще какао собирался, но я его обратно затолкала. Чип и Дейл спешил. А Игорь сказал, что он у нас еще на неделю останется. Да? Будет их искать. В прыжке не получилось, а Маша быстро схватила снегоход, поехала. Я что-то не допёр. В прыжке. Маша хватило просто уже. Да. Маша уже как опытный человек, она уже... Маша там как жогнула на снегоходе. Кто жогнул? Маша как жогнет на этом снегоходе. Сзади меня корыто, блин, слушай, тишина. Корыто там на горизонте осталось. Пока Алена, блин. Алена говорит, хорошо, что я в корыто не села. Слушай, что, принимаешь Машу в ляцкие жогольщики-то? Нет, не надо, Маша, эти.